нельзя требовать внимания к себе. Все, что от сердца не идет, до сердца не доходит, а превращается в пустой набор холодных слов, которые уже когда-то слышали. Только в свободном полете видно, как человек действительно относится к вам. Искренность – самое дорогое, самое ценное и самое настоящее. Она всегда доходит до самого сердца. Мы просто это ощущаем, чувствуем, улыбаемся и становимся счастливыми. Потому что о тебе думают, вспоминают, переживают. Не требовать ничего. Не ждать, а просто дать полную свободу мыслей и чувств. И ты все поймешь.